Всем привет, с вами Наталья Маханева, канал «Все сразу». Сегодня будет обзор бензогенератора. И представлять обзор будет мой супруг Александр. Привет. Рассказывай, что это такое, с чем это едят и зачем оно нужно? С чем едят? Едят его бензин. Он ест бензин. Да, в общем, прикупили мы БУ бензогенератор на 2,2 киловатта. Долго его выбирал. Вот, хотел именно с мотором Honda, с итальянским альтернатором. Вот. Фирма Weber наша российская делает из комплектующих хороших, не китайских. Вот. Он стоял уже у нас месяц, я его в принципе не заводил. Вот хотел мороз, сегодня минус 5. Нет, ты его заводил, когда, ну, когда купил? Да, уже давненько, пока он стоит в машине. Сейчас мороз, хотим попробовать, как он заводится. Японское качество. На минусовой температуре. Да. Сколько сейчас? Минус 3, минус 5? Минус 5. Сейчас на улице. Было минус 8 или минус 7. Вот сейчас и попробуем. Заводим в режиме реального времени. Да. Там какая-то кнопочка есть. Для начала открываем бак, закрываем заслонку. Уф. Так. Ну что, попробуем. Ура! Завелся с полоборота. Это уже хорошо, да? Так, немножко погреться надо и проверим его нагрузкой на 2 киловатта. Ну, я не буду больше гудеть пока. Пока он погреется, сделаем паузу. Прошло 3 минуты, муж взял фен. Сейчас мне будет на улице сушить волосы. Да, 2,2 киловатта максимальная нагрузка для этого генератора. Попробуем. Включаем. Розеточка такая. Загудел посильней. Фен гудит. Все работает. Все гудит, все работает. О, греется. Греем воздух называется. Да. Вот такую гуделочку, такого помощника мы приобрели несколько месяцев назад. Все, ура, тишина. Что-нибудь скажешь в завершение? Ну, что я скажу. Мне нравится. Купили очень недорого. С хорошим качеством. Пусть работает, там посмотрим. А то у нас иногда бывают перебои с электричеством. А наш бензогенератор другой. Завести зимой очень проблематично. В отличие от китайский, этого, как мы уже проверили. Вопрос еще, как он будет заводиться при минус 30. Ну, посмотрим, будет. Прошлую зиму у нас минус 30 было. Всем до скорой встречи. Рекомендуем.